Ассаламу алейкум, курметте курмендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Акция ликвидации правовой безграмотности продолжается. Сегодня ночью сразу пятеро преступников совершили побег из изолятора временного содержания Управления внутренних дел города Жасказган. В Караганде газа хватит лишь до конца мая. Повышение уровня жизни и стабильная общественно-политическая ситуация. С такими показателями подошел к концу первый квартал текущего года, итоги которого подвели в областном акимате. На заседании под председательством главы региона также был рассмотрен ход реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. За первый квартал текущего года промышленной продукции в нашем регионе было произведено более чем на 300 миллиардов тенге. Возросли такие показатели, как объем инвестиций в основной капитал. Увеличилось и поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств. Кроме того, за три месяца этого года введено свыше 90 тысяч квадратных метров жилья. Безработных в городе стало более чем на 4 тысячи человек меньше. В то же время, несмотря на достигнутые положительные результаты, в некоторых районах области не обеспечен рост производства продукции сельского хозяйства. Не освоены целевые трансферты из республиканского бюджета на реализацию некоторых задач, в том числе на строительство и ремонт дорог. А вот программа форсированного индустриально-инновационного развития в нашем регионе набирает обороты. В этом году уже рассмотрено 23 проекта общей стоимостью 98 миллиардов тенге. При этом проекты должны быть качественно проработаны, иметь высокую добавленную стоимость и высокий уровень передела. Основной акцент должен быть сделан на наиболее значимых проектах, реализация которых позволит улучшить показатели социально-экономического развития региона. В текущем году на заседании Координационного совета уже рассмотрены 23 проекта общей стоимостью более 98 миллиардов тенге с созданием 2475 новых рабочих мест. Между тем, по итогам первого квартала по-прежнему отсутствуют инвестиционные проекты в рамках карты индустриализации в городе Каражал и в Улытауском районе. Индустриализация страны – это сегодня требование главы государства, и он, несмотря на огромную занятость, два раза в году по этому вопросу собирает, телепередачи проводит и так далее. На этот год у нас планы есть, разумеется, и неплохие они, но вместе с тем мы должны углубиться дальше, разбудить село в этом направлении. И в этом направлении надо двигаться. Ирина Камышова, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Акция ликвидации правовой безграмотности продолжается. Департамент юстиции неустанно посещает все предприятия, где у работников возникают вопросы относительно юридического аспекта жизни. Накануне делегация из работников Департамента юстиции посещала сразу два объекта. Первая – это консультация с работниками корпорации «Казахмыс». Даже в такой, казалось бы, большой организации нашлись вопросы для рассмотрения, и на них были даны исчерпывающие ответы. Интересующие вопросы касались самых разных аспектов – от земельного кодекса до правовой защиты физических и юридических лиц. Далее консультация посетила химико-металлургический институт. Выбор пал на химико-металлургический кабинет, где действительно есть ряд вопросов по касательно земли, недвижимости, поэтому мы выбрали вот эту организацию. В институте была проведена исчерпывающая консультация по всем вопросам, и далее делегация Департамента юстиции направилась на следующий объект. Александр Крылов, Тулиген Рашитов, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Сегодня ночью сразу пятеро преступников совершили побег из изолятора временного содержания Управления внутренних дел города Жасказган. Сейчас правоохранительные органы объявили операцию по поиску сбежавших. Ориентировки преступников переданы во все отделения полиции. На дорогах выставлены посты, которые проверяют проезжающие машины. Сегодня в 5 часов утра при обходе дежурной смены изолятора временного содержания УВД Жасказгана в одной из камер обнаружено отсутствие пятерых следственно арестованных. Преступники в возрасте от 21 до 25 лет. Один из них обвиняется в совершении убийства. Остальные – в кражах и угоне автомобиля. Все являются жителями Жасказгана. Установлено, что побег из камеры был совершен путем подпила решетки на окне. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению местонахождения и задержания сбежавших, на их поиски ориентированы силы полиции Карагандинской области и прилегающих регионов. Управлением собственной безопасности Департамента внутренних дел Карагандинской области в отношении должностных лиц УВД города Жасказган проводится служебное расследование. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится расследование.
Караганде газа хватит лишь до конца мая. С середины апреля компания «ЛМГАЗ», единственный поставщик емкостного газа в Караганде, больше не заправляет газораспределительные установки. 200-миллионный долг перед кредиторами оставляет компанию на грани закрытия, а город без газоснабжения. Чем грозит газовый кризис шахтерской столицы, узнавал наш корреспондент. Еще 15 марта компания «ЛМГАЗ» заявила о приостановке своей деятельности. Причина – 200 миллионов тенге долга перед кредиторами. Стало очевидно, предприятие работает себе в убыток. А это значит, что недалеко и до банкротства. Выход один – повышение тарифа на газ. С такой заявкой обратился директор компании в департамент агентства по регулированию естественных монополий. 24 марта был утвержден тариф в размере 127,87 тенге за 1 килограмм. Запрашивали, заявки подавалось, запрашивали, цена была 136,68. Полностью исключили прибыль, В законе написано, что должны учитывать все затраты предприятия, плюс прибыль, которая должна обеспечивать нормальную работу предприятия. Прибыль исключили полностью и некоторые статьи затрат. Как добавил Игорь Русаков, Дарем, утвердив убыточную цену за килограмм газа, отказал в нескольких пунктах, вплоть до исключения затрат на услуги интернет и междугородние переговоры. Однако представители департамента агентства по регулированию естественных монополий утверждают, что запрашиваемые «ЛМГАЗом» тарифы не обоснованы. Все затраты, которые предприятие выставляло, были досконально, каждая статья была досконально совместно с экспертами, с общественностью, досконально изучена, и вышли вот на этот уровень цены. Не на тот, который он заявлял, а именно на этот обоснованный уровень. Для работы предприятия департамент считает, что этого уровня цены достаточно для нормальной, полноценной работы предприятия в том режиме, в котором он работал до этого. Данное решение компания-услугодатель обжалует. Уже подана жалоба председателю агентства по регулированию естественных монополий, а также генеральному и областному прокурорам. Между тем, треть потребителей газа уже ощутили на себе последствия данной ситуации. Без газоснабжения они оставались долгое время. Благодаря вмешательству заместителя акима области Смогулова Балжана Маржановича, который вел переговоры с учредителями, на 1-9 мая город заправили. И по возможности как бы коллектив делает все, чтобы группы были заправлены, чтобы люди были с газом. Этого газа надолго не хватит. Тем временем газоснабжающая компания находится на грани закрытия. Каким последствиям это приведет, можно догадаться. 200 с лишним человек останутся без работы, 46 тысяч абонентов в городе останутся без газа. Это только 46 тысяч абонентов, которые обеспечиваются газом через газораспределительные установки, и плюс, скажем, те абоненты, которые пользуются баллонным газом. В общей сложности, наверное, 1060-65 людей останутся без газа. Ирина Камышова, Дмитрий Оборок, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Хорошая новость для нумизматов. Теперь любители собирать необычные монеты смогут пополнить свою коллекцию новыми экземплярами. Национальный банк Казахстана объявляет о выпуске в обращение памятных монет из серии «Космос» и «Сказки народов Казахстана». О них подробнее расскажет Ирина Камышова. Свою коллекцию нумизматы могут пополнить новыми оригинальными монетами – сказочным колобком и космической монетой «Станция Мир». Выполнены они из благородного металла. Последняя является монетой из серии «Космос». Ее номинал – 500 тенге, тираж всего 5000 штук. Стоимость одного экземпляра составляет 8100 тенге. Монета «Космическая станция Мир» продолжает серию монет «Космос» и посвящены каким-нибудь знаменательным событиям из истории исследования космоса, истории там Вселенной. Монета высшего качества, 500 тенге высшего качества с применением металла тантал. Это металл, который широко используется в аэрокосмической промышленности. Есть и аналог этой монеты, только выполнена она из сплава нейзильбер. Номинальная стоимость памятной монеты – 50 тенге. Другая монета, которая непременно придется по нраву коллекционерам – серебряный колобок. Это вторая монета из серии «Сказки народов мира». На лицевой стороне монеты, на орнаментальном фоне, мы видим герб
Республики Казахстан, также номинал монеты, символы национального орнамента. На оборотной стороне указаны персонажи сказки, надпись «Колобок» на русском и на казахском «Баурсак» и год чеканки монеты. Таких монет выпущено 4000 штук. Любителям необычных экземпляров придется раскошелиться на 9100 тенге. Все монеты можно приобрести в Карагандинском филиале Национального банка республики. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Впервые в нашем городе состоялся фестиваль семейного творчества под названием «От чистого истока». В фестивале принимали участие около 30 семей. Подробности в нашем следующем материале. Фестиваль семейного творчества, посвященный Международному дню единства народов Казахстана, проходил на базе средней школы номер 27. По словам организаторов, в нем приняли участие семьи, увлеченные творчеством и прошедшие предварительный этап, который состоялся ранее в школьных и дошкольных организациях города. Еще одна цель является повышение семейного творчества в эстетическом нравственном воспитании. По условиям фестиваля первый тур был представлен в виде выставки семейного творчества, на которой зрители увидели и оценили различные подделки, сделанные руками конкурсантов. Как отметили сотрудники отдела образования, цель проведения фестиваля – пропаганда семейно-нравственных ценностей и традиций, вовлечение семьи в активную общественную и культурную деятельность, повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном воспитании подрастающего поколения. Семья Смирновых показала свои способности в виде попурри. В концертной программе семейные коллективы исполняли классические произведения на фортепиано, домбре и так далее. Участники фестиваля успешно выступили, продемонстрировав свои семейные традиции и понимание того, что такое любовь к родине, межнациональное согласие. Участники на собственном примере показывали, что такое дружная семья, где есть ответственность, взаимопонимание, где царят мир и любовь. В дальнейшем организаторы намерены провести данный фестиваль на областном уровне. Участники надеются, что такие мероприятия, которые развивают семейные ценности, будут проводиться чаще. По итогам фестиваля победители были награждены грамотами отдела образования и памятными подарками. Мирамгуль Салкимбаева, Кайрат Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Продолжаем наш выпуск новостей. «Домашний доктор» под таким названием в Караганде начинается медицинская выставка. Ознакомиться с физиотерапевтическими приборами Елатомского завода можно в аптеке номер 70. Эти приборы можно использовать дома для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и сосудистой системы, лор-болезни, геморроя, простатита, травм, ожогов и многих других заболеваний. Самые популярные аппараты – Алмак и Мовит, они воздействуют с помощью импульсного магнитного поля, за счет которого снимают отеки, воспаления и боли. Аппарат Алмак-01 предназначен для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы. Аппарат Алмак 01 очень прост и удобен в применении. Другой популярный прибор Мовит предназначен для лечения хронического простатита. В отличие от Алмага, Мовит приборы узкого спектра действия применяется только для лечения хронического простатита, в том числе на фоне аденомы 1-2 степени. Аппарат Мовит предназначен для лечения и профилактики заболеваний мужской мочеполовой сферы, таких как хронический простатит, простатовезикулит, аденома предстательной железы 1-2 стадии. Аппарат очень просто удобен в применении, аппарат не имеет мировых аналогов. Все приборы продаются по заводским ценам. Выставка продлится с 5 по 8 мая. Расположена она в аптеке номер 70 на проспекте Бухаржирау, дом 34. Также можно обратиться по телефону 42-34-43. Марал Тукенова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.
Переходим к новостям спорта. 3 медали на Кубке Европы по дзюдо. С таким результатом вернулись карагандинские спортсмены из Румынии и Чехии. Кубок Европы проходил с 29 апреля по 4 мая. В Чехии за награды на татами боролись сильнейшие юные спортсмены из 24 государств, такие как Россия, Германия, Бразилия, Сербия, страны Прибалтики, Азербайджан, Казахстан, Турция и другие. Соревнования проходили по новым правилам, установленным Европейским союзом дзюдо. Команды имели право выставлять на участие только 2 спортсменов в каждой весовой категории. Также хорошим результатом отличился Максат Мамыржанов, который в Румынии занял 2 место в весовой категории до 81 килограмма. Финал, да. Сербийский мешал. В финале я боролся с сербом. До победы было не так далеко, но пришлось уступить сопернику первое место. Если отметить, то бразильские и французские борцы были самыми сильными. На Кубок Европы Казахстан выставил 25 самых сильных спортсменов. На личном первенстве золото взял казалардинец, а серебро с бронзы взяли карагандинцы. Стоит отметить, что это были воспитанники спортивных школ имени Алии Молдагуловой и Жас Сункар. Марал Тукинова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Шетском районе прошел турнир по волейболу памяти Аманбека Абдыханова. На соревнования приехали 10 команд со всего Карагандинского региона. Таким образом, организаторы хотят не только почтить память известного общественного деятеля, но и способствовать развитию сельского спорта. Как прошло первенство и кто стал победителем и обладателем крупного денежного приза, расскажет наш корреспондент. Турнир по волейболу памяти Аманбека Абдыханова, обладателя почетного звания «Курмет», человека, который был акимом Жанаркинского и Абайского районов и директором совхоза 40 лет октября в Шетском районе. Аманбека Абдыханова здесь помнят и уважают. Именно поэтому соревнования вызвали интерес у спортсменов практически со всех районов области. Участие принимали 10 команд из Темиртау, Абая, Жанарки, Балхаша и Топара. Выбрали данный вид спорта не просто, потому что у нас в Казахстане развиты отдельные виды, индивидуальные виды спорта, это бокс, также борьба, но мы выбрали специально командный вид спорта. Именно командный вид спорта у нас слабо развит в Казахстане. Именно вот такие турниры, которые в регионах проводятся, в каждом селе, в каждом ауле, они даст определенный импульс развития в целом республики такого вида спорта. Борьба разразилась нешуточная. Сразу стало очевидно, что команды приехали только за победой. Свой профессионализм спортсмены не скрывали. Эффектные блоки и подачи не уступали мировым первенствам. По итогам соревнований 3 место было за спортсменами из Актагайского района. Серебро завоевали волейболисты из Темиртау. Вот победителями стали команда из Акжала. Все они получили крупные денежные призы. Мы в этом году уже 2-е чемпионы этого турнира. То есть соперники были на высшем уровне в этом году. Соперники были очень сильными. Игра была очень отличная. Из 3 партий была. Мы играли из 3 партий, мы выиграли 3-ю партию. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация и хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. Телекомпания «Первый Карагандинский» желает вам приятных выходных. На этом у меня все. Всего доброго. Саубол Муздар.